Хотел бы рассказать про Сашу Макеевку. Человек, которого я... В общем, я его последний раз я его видел именно в день рождения. Должен сказать, что здесь очень неудачные, и здесь, и на памятнике очень неудачные фотографии. Он очень мало похож на себя. Ну да, он очень мало похож на себя. Это был очень красивый, такой жизнерадостный, веселый человек. Гибель его какая-то, в общем, полная загадка. Дело в том, что никто толком не знает, как это произошло. Как все родственники хотят знать, ну как эти последние минуты он прожил, как это произошло. К сожалению, ни один человек, с ним рядом был шофер скорой помощи. И вот этот человек ничего не сказал, ничего не рассказал, и никто толком не знает. Он вскоре умер, этот шофер. Да, и видимо от переживаний. Да. Этот человек был очень дружелюбный, как специалист он очень хороший был. Должен еще сказать, что семья эта, Сашина, она натерпелась от советской власти очень и очень. Дело в том, что его дед просидел за нерассказанный анекдот, который он услышал от следователя. Он просидел 6 лет на Колыме, и после этого еще когда он вернулся, в 49-м году его снова посадили, это повторники такие были. Вот его снова посадили, и снова он еще лет 5 он просидел. Вот то, что я хотел рассказать. Ну, что о себе сказать? Я тоже, как вы все, бакинец, работал в Баку, оставил о себе память на нефтяных камнях. Спасибо.